Приветик, как дела? Я даже не знаю, что мне сказать. Подожди! Ой! Ребята, я уже нашла номер Насти Рыжик в скайпе, поэтому сейчас пишем ей. Давайте напишем для начала просто приветик, как дела? Отправляем. О, просмотрим. Блин, Настя звонит. Блин, надо быстро заклеить камеру. А как же мой голос? Давайте берем что-нибудь. Да, быстрее. Ну, нормально. Только я тебя не вижу и не понимаю, с кем я сейчас общаюсь вообще. С тобой общаюсь. Ты можешь включить камеру? Почему так все странно? Ты кто вообще? Так, с полом определились. И что теперь? И чего ты хочешь вообще? Ну, чтобы пообщаться, может, например, ВКонтакте или в Инстаграме, чтобы я видела твое лицо, а так мы с тобой общаться не очень интересно. Сколько тебе лет хотя бы? А, окей. То есть потом, когда будем с тобой общаться, ты ее включишь. 18. Так. Ну, в принципе, нормально. Будет о чем пообщаться. Не знаю, расскажи что-нибудь еще о себе. Мой фанат? Давно меня смотришь? Ого, ничего себе. И тебе прям нравится все, что я снимаю, да? Ой, блин, спасибо тебе огромное. Слушай, я не ожидала, что ты так смотришь меня, и я тебе нравлюсь. Что ты вообще хотела от нашего общения? Мы же не будем так постоянно общаться просто в скайпе, и я тебя вообще не буду видеть. Так, а поближе это как? Точно не через скайп. Это плохой путь знакомства. Ребята, что со связью? Сейчас я перезвоню Насте. Так, стоп. Вот. Сейчас отпрыгнем. Блин, цветы, да, я очень люблю цветы. Особенно розы мне нравятся. Красные, белые. Правда, ты мне подаришь розы? Ой, спасибо тебе большое. А где встретимся? Да, давай, я обожаю гулять в парках. Ой, замечательно, давай сходим на Ральфа. Все, тогда я собираюсь. Да, хорошо, давай. У меня краски свободное время. После парка в кафе или после кино мы зайдем в кафе? Тортик? Ну, давай покушаем тортик. Хорошо. Ну, я уже снимаю давно на YouTube видео. Также я учусь в школе в 10 классе. Учусь я достаточно хорошо. Также я хожу в спортзал, занимаюсь спортом, очень люблю различные тренинги, обожаю ходить на групповые занятия, и, в принципе, вся моя жизнь построена на развитии себя и учебе. А ты чем занимаешься вообще, чем ты увлекаешься? О, футбол, круто, то есть у тебя накачанные ноги. О, мы с тобой чем-то похожи. Люблю спортивных мальчиков. Ничего себе, 5 раз в неделю, а когда у тебя хватает времени на учебу? Ты же сейчас в 11 классе, получается. Как-то ты не учишься, то есть закончил уже? Странно. Ну ладно. Да ладно.
И как у тебя называется YouTube аккаунт? Давай я как раз таки посмотрю и узнаю твою внешность, как ты выглядишь. И вообще, стоит ли нам с тобой продолжать общение? Потому что слова словами, но внешность, конечно, тоже играет большую роль. Да, конечно. Тот самый Влад Бумага А4. Да ладно. Стой, подожди, так у него же есть девушка вроде. Чё-то я сомневаюсь, что ты Влад Бумага. Поссорились? Да ладно, мне кажется, об этом бы тогда знал весь YouTube. То есть вы поссорились из-за меня? Так? Ничего себе. Я даже не знаю, что мне сказать. Я просто не могу представить, что я сейчас общаюсь с Владом. С тобой. Так, ребята, нам надо, в общем, уже выключать. О! Подожди! О, блин! Лиза! Ой! Стоп! Как... Это ты не про Влада говорила? Открой палец! Лиза! Я брат Влада. Какой брат? Ой, сестра. По меньшей мере, ты должна быть сестрой. Ой. Подожди, это что, пранк? Да, это пранк, в общем, да, я на самом деле снимаю видео. Лиза, у меня же такие планы были. Я, конечно, очень сильно сомневалась, но все-таки внутри меня была хоть какая-то надежда на то, что, ну, может быть, это все-таки Влад. Ну, в общем, я думаю, пранк удался. Да, ты меня разыграла, я реально подумала, что... В общем... Что-то получится у нас. Ладно, так я очень рада, что я с тобой познакомилась. Ну, я не знаю, я старалась найти тебя в скайпе и нашла. И извини за пранк, ну, блин, я надеюсь, тебе он понравился. Да, это очень необычный способ для знакомства. Ну, я да. Я точно запомню надолго. Спасибо тебе огромное за такое хорошее настроение, ты его рядом подняла. Если честно, то ты мне тоже очень подняла, я просто очень люблю делать пранки. В общем, я думаю, тогда еще спишемся. Да, обязательно, Лиза, конечно. Настя, а может у тебя есть контакты блогеров, над которыми я могу сделать пранки? Слушай, ну я тебе могу дать. Разыграешь пару. Хорошо, хорошо, разыграю. Тогда, я думаю, спишемся, и я уверена, мы будем дружить. Может, даже вдвоем пранканем кого-нибудь. Да, точняк, было бы очень круто. Давай тогда, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, извини еще раз за пранк. Тогда я думаю, сейчас спишемся. Давай. Пока. Пока. Очень много его есть, поверь. Ой. Ну давай, рассказывай. О чем общались, что он тебе говорил? Мы уже заждались тебя ждать. Если честно, да так, ничего. Ничего? Ты сейчас серьезно? Мы не для этого тебя звали. Давай рассказывай. Ну так, просто пообщались, договорились просто на следующей перемене встретиться. О, вау, ты что, серьезно? Реально? Да. Ах, ну это уже любовь, морковь. Ну да, повезло тебе. Ладно, потом пообщаемся. Да, ладно, все. Угу. Остап, ты подготовился к уроку? Ну, конечно. А можешь мне дать списать, а то я вчера не подготовилась. Писать не дам, но можем написать вместе. Хорошо, садись ко мне за парты. Как думаешь, у них что-то получится? Ну, судя по тому, как они проявили друг к другу интерес, думаю, да. А какой у нас сейчас урок? Точно. Биология. Практическая работа. А ты ручку зеленую взяла? Конечно, Влада. Я не только Google, и я еще Алиэкспресс. Лиз, а с тобой прикольно. С тобой тоже. Ну что, мир? Конечно, мир. Может, отметим это? А что ты имеешь в виду? У меня есть офигенная идея. Мне кажется, мои родители уезжают на выходные.